Канал «Сибирский бродяга» приветствует вас. Я его автор, Новиков Евгений. Ну вот, у нас начал потихоньку сходить снег. Появляются первые проталинки. Вылазят первые весенние цветочки. Это подснежники, кандык сибирский. Вот, уже потихоньку земля стала дышать. Ну, не везде, конечно. Это склон, ребят, южный. На северных склонах еще достаточно много, конечно, снега. Ну вот я сегодня пошел, не знаю, пока что, ну, встретил проталины. Вот. Ну а сегодня, ребят, я в походе. Пошел в поход с ночевкой. Хочу вам рассказать о некоторых своих планах на это лето, на эту весну. В общем, сегодня мы с вами в лесу, в тайге. Так что, друзья, смотрите, не переключайтесь. Я еще не пришел, мне еще идти достаточно далеко. Я только отошел от поселка. Вот, только поднялся в гору и увидел проталинки. И, в общем, решил маленько отдохнуть. Сейчас отправимся дальше. Погодка сегодня теплая, но очень ветреная. Ну, прям чувствуется, как уже греет, ребят, солнышко. Ну, дует северо-западный такой ветер. Достаточно прохладный. Поэтому иду, ребят, жарко, но раздеться не могу, так как весна есть весна, весна обманчивая. Можно заболеть. Вот. Еще хочу сегодня, ребят, поставить для себя лично березовый сок. Я сок как-то не особо его заготавливаю, но ставлю для себя, чисто пью его сам. Сок березовый очень полезный. И поэтому сейчас вот, пока иду, заодно, ребят, поставлю, нашел уже березу, и поставлю в этом месте березовый сок. И покажу, как я его добываю. Вот. Вот у нас ветрище такое. Сегодня не айс, конечно, погода. Ну ничего, осталось маленько. Сейчас вот около вот этой вот березоньки. У этой березоньки возьмем с вами березового сока. Она не больная береза, ребят, здоровая. Даже кора, смотрите, какая белая. Ни одной этой нет. Вот с нее можно снимать корм. Если что-то делать, какие-то поделки там, либо кобуру для ножа. Ну ладно, сейчас я снимаю рюкзак и покажу вам способ туристической заготовки березового сока. Поставлю здесь, потому что здесь южная сторона, и поэтому сок здесь бежит более активно, чем куда я собрался идти в поход. А забирать уже сок я буду на утро, когда будем возвращаться с похода. Для сбора березового сока в походных условиях нам понадобится, ребята, веревка. Думаю, у каждого она с собой есть. Потом понадобится нам бинт. Вот. Думаю, и бинт, ребят, тоже у каждого походника с собой есть. Так как, думаю, каждый носит аптечку в лес с собой. Вот, бинт, нож, либо топор и котелочек. Там котелочек, какая-то бутылочка, либо фляжка, либо ведерко. Вот. В моем случае это будет вот такой вот туристический котелок. Этот котелок армейского образца от фирмы «Роза Ветров». Вот. Я буду в него, ребят, ставить сок. Значит, сейчас я буду делать небольшие проколы в березе. Вот. А завтра все проколы эти будем замазывать, друзья, глиной. Вот. Чтобы береза не погибла. И чтобы не было дальнейшего сокодвижения. Вот. Как мы, друзья, видим, сок уже начал потихоньку бежать.
бинт также будет идти как для фильтрации, чтобы не попадали никакой мусор и не попадали никакие муравьи. Вот, сейчас мы этот бинт скручиваем. И пропихиваем наш вырез. По нему уже будет бежать березовый сок. Вот такой вот нехитрый метод я уже давненько использую. Раньше как-то одно время я делал эти трубочки от капельниц, но мне такой способ не очень понравился, через трубочку, поэтому вот такой вот способ самый надежный и самый быстрый, кстати. А вот такой вот способ через марлю, ребята, или ну через марлю, через бинтик, сок бежит в два раза быстрее. Вот, наш сок уже начал потихоньку стекать. Ну вот, друзья, думаю, в таком вот живописном месте, в густом пихтаче, я и расположу свой лагерь, ну и буду обустраивать быт. В общем, сейчас я распакую рюкзак, достану гамак, натяну гамак свой, ну, чтобы приготовить заранее спальное место. Вот, ну и будем заготавливать дрова, разводить костер, готовить еду. Ну а дальше, друзья, посмотрим, на что у нас останется время. Вот. А так можно будет походить еще, побродить по лесу, поискать что-нибудь интересное, может быть, что-нибудь и поснимаю. Ну и будем слушать, друзья, голоса птиц, весеннее пение птиц, это очень интересное, как птички поют разными голосами. Правда, солнце тут из-за елок, друзья, мало количество солнца. Ну, а я маленько найду, где поступают солнечные лучи, чтобы мне зарядить свои гаджеты через солнечную панель.
Ну все, друзья, установил гамак, разбил лагерь. В общем, слушаю пение птиц, дует такой сильный, друзья, ветер. Надеюсь, не сорвет мой тент. Ну, закрепил достаточно надежно, лишь бы его не унесло. Видите, как он гуляет. Вот. Ну, сейчас пойдем заготавливать дрова. В общем, спальное место у меня просто, ребята, просто кайфовое. На улице тепло. Сейчас еще постелю сюда спальник. Постелю под низ каремат складной. И, в общем, вот такая вот у меня будет ночевка. Можно сказать, в зимний, весенний-зимний период в гамаке. Ребята, это просто здорово, прям кайф. Тут вот есть кармашек для телефона специально. Делаю, ребят, фоточки, делаю кое-какие подсъемы. В общем, крупные планы снимаю на телефон. Вот. Ну ладно, друзья, сейчас буду заготавливать дрова, разводить костер, готовить чай. И нужно еще приготовить покушать. Вот. Ну а там уже дело, скорее всего, будет к вечеру, потому что время сейчас уже 4 часа дня. Вот. У нас темняется, сейчас день прибавился, темняется у нас где-то в часов 8-9 вечера. Вот. Гамак сильно, друзья, сильно высоко не стал вешать, вот, чтобы можно было удобно слазить с него. Вот. Ну а после уже, сейчас заготовлю дрова, после уже, друзья, расскажу о своих планах на эту весну. В общем, у меня намечается большой проект. Как только сойдет снег, вот, вот, и у меня, ребята, будет проект большой. Там даже, я бы сказал, на несколько серий. Вот. Ну, поговорим об этом чуть-чуть маленько позже. Сейчас пока попью чайку с пряниками под елочкой.
Сейчас добавлю воды, опустошу бутылку и поставим еще сок с вами березовый. Хотя мне много-то варить не надо. Наверное, вот так вот хватит. Вот сейчас пока закипает вода, нарежу мясо. Свининка. Ну все, картошку спустили к нашей свинине. Сейчас будем тушить. Еще надо не забыть посолить. Эх, что-то костер развалился. Ну что, друзья, будем кушать, ужинать, обедать. Ух ты, какой бульончик, супчик-то у нас. Наваристый получился. Как его поставить-то? Вот так. Будем кушать под пение птиц. Под треск костра, под пение птиц. Мы сегодня будем кушать, ребята. Ну-ка сюда вот его поставлю. Мяско-то какое. Мне тут на всю ночь хватит.
Думал, что не хватает? Лука, ребят, не хватает. Я его варить не буду, потому что не люблю вареный сильно лук-то. А вот так его в прикуску. Думал, что-то я забыл порезать. Вот лук-то точно не нарезал. Ой, сейчас прям его в огурцы, в помидорчики. Вот так вот. Нормально будет. Куда ты? Покатилась. Тут маленько уклон небольшой. Поэтому дрова катаются. Снега уже... Ну тут вон, уже видно, уже земля. Все протаяло. Мяско, мяско, мяско. Вот так вот. Пусть остынет маленько. Наподобие салатика еще сделал. Друзья, наелся от души. Надо маленько отдохнуть после такого обеда. Даже он салат еще не смог осилить. Столько мяса съел с картошкой. Ну что, ребят, самое время рассказать о предстоящих своих планах на весну, на лето, о которых я вам пытался рассказать в начале похода. Вот. Ну, пишу, ребят, уже начал писать, кстати, сценарии, что я буду делать и как я это буду делать. В общем, друзья, хочу построить мобильный дом в тайге. Только надо еще найти подходящее место. Вот. Скорее всего, на следующий поход пойдем с вами искать место это. Сейчас маленько снег осядет. Он уже, кстати, уже всего сантиметров 20 снега. Он уже проталенный, видно. Вот. Маленько снег осядет. У нас, кстати, вчера шел дождь. Вот. Это еще и к лучшему, что дождь. Быстрее сойдет снег. Вот. И пойдем искать, друзья, такое место, чтобы не было там ни охотников, ни грибников, никого. Вот, не просто отдыхающих, куда-нибудь подальше. Вот, а то обидно будет, ребята, если зайдут переночевать. Допустим, да, мне не жалко, пускай люди ночуют, но пускай только вот там не пакостят и не ломают, не сжигают. А у нас друзья это любят, у нас народ такой, что это могут и сжечь, и разломать, и на дрова пустить, и... В общем, вот так вот. Ну, в следующем походе пойдем искать место. Выберем место, чтобы был пиломатериал, с чего будем делать. Ну, у меня, ребят, инструмента нету. Нету ни бензопилы. В общем, буду пилить своей складной ножовкой. Буду все делать, ребят. Вот, складная ножовка, топорик,
и якутский нож. Все, больше у меня никаких инструментов нет. Поэтому буду довольствоваться то, что у меня есть. Вот. Вот это у меня, друзья, вот сейчас вот на весну обязательно в планах будет. Подготовить, найти место, подготовить к строительству мобильного дома. Вот. И потом будем, ребята, потом мобильную баню еще будем рядышком там строить. Вот такой вот мне нужно проект такой. У меня будет проект большой. Его нужно реализовать, друзья, до лета. Ну там до июля, до июня месяца. Вот. Будет несколько фильмов, кстати, про данное строительство. Не один вот ролик, ребят, потому что за один день это построить, это нереально. Тем более инструментов у меня все буду делать вручную. И все буду делать один, ребят. У меня нету ни напарника, никого нет. Вот. Поэтому буду все делать своими силами. Но я думаю, друзья, будет намного интереснее, чем вот так просто простые вылазки на природу, там, с готовкой, там. Вот. Это уже будет как познавательное, интересное видео. Кто-то орет внизу где-то, зверь какой-то. Вот, ну вот, в общем, друзья, вот такие вот планы. Их нужно воплощать, конечно. И нужна, ребят, ваша поддержка, ваши лайки, ваши комментарии. Чем больше лайков и комментариев, тем YouTube продвигает мой канал. И вы меня поддерживаете, друзья. А за счет вашей поддержки у меня уже есть, друзья, стимул что-то... Что-то строить, куда-то ходить, куда-то ездить, там, в походы, там, в горы, вот. У меня уже, друзья, будет, стимул, надежда, что у меня есть мои дорогие зрители, там, подписчики мои, или там просто гости канала, кто, допустим, заходит ко мне на канал, смотрит без подписки. Вот. Я всех ценю, ребята. Я ценю из вас каждого. Вот. И как-нибудь соберусь, друзья. Пойду в поход вот скоро. У меня будет такой интересный походик. Я хочу устроить. Пока что еще лежит снег. Снег мне еще нужен, ребят. Вот. Хочу устроить такой походик. И специально дома подготовлюсь заранее. Перепишу, ребята, из вас там каждого даже перепишу на листочек. И всем передам огромный привет вот из такой горной Шории, из тайги сибирской. Я думаю, друзья, вам будет приятно услышать. Вот. Ну ладно, что, сейчас буду подкидывать дрова. Тут что-то холодает уже, вечереет у нас, падают сумерки. Сколько можно отдыхать? Отдыхай, не отдыхай. За меня никто ничего не будет делать. Уже вечер. Всю еду, в общем, которую не доел, подвешал от всяких диких зверей как можно выше от земли. Вот, тут у меня остался еще суп, хлеб. В общем, тут пакет у меня там с пряниками тоже, с печеньками, с сахаром, да все остальное. В общем, сейчас буду подготавливать ко сну гамак. В общем, постелю каремат, спальник и лягу отдыхать. Вот. Ветер вроде успокоился. Время уже начало 9. Кайф, ребята. Просто рай в гамаке. Качается хорошо вот так вот сидеть, ребят. Особенно после еды. Когда поешь и убаюкивает аж. Тент вроде живой, нормальный. Искры не летели. Ну, сейчас что, буду расстилаться.
ложиться отдыхать. Сегодня надо хорошо выспаться. А завтра с утречка уже сходим за березовым соком. А может быть, друзья, и еще с вами поставим на двое суток сока. У меня уже освободится пустая бутылка, потому что я воду выливать не хочу. Воды здесь поблизости нет, а с утра нужно вскипятить чаек. Вот. И уже в пустую бутылку уже поставим березовый сок. Ну и котелок, если что, оставлю тоже под березовый сок. Вот так вот, ребят. Так что ходите на природу, ходите на вылазки с ночевкой, с однодневные походы. Это, ребят, очень здорово и придает сил и здоровье. Доброе утро, ребята. Вот и ночка прошла. Всю ночь, ребят, слушал ночные птичьи серенады. Птички прям пели всю ночь до утра. Под их пение, и как-то я вчера как-то сразу вырубился. Ой, тепло, ребята, вообще. Даже толком костер не жег. Даже толком вчера не жег костер. О. Вот, уснул как-то сразу прям. Даже не знаю, сколько времени не смотрел, друзья. Блин, надо вставать, а что-то неохота вылазить. Ну, на улице не холодно. Ночью было, наверное. Ну, плюсовая была. Где-то, наверное, плюс 10, может, даже. Ну, поменьше, плюс 8-10. Вот так вот было ночью. Так что я как-то даже и не замерз. У меня спальник до минус 30, в принципе, что я в нем замерзну, он настоящая овечья шерсть. Так что спал, можно сказать, в повышенном комфорте. С земли не дует, кстати, нормально себя это. От земли высоко. Так что снизу каремат лежит, коврик. Так что нормально, ребята. Ночка была классная. Еще пение птиц прям успокаивало и убаюкивало, можно сказать. Вот как тут вылазить сейчас? О. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Надо потихоньку вставать. О, продукты на месте. Никто не... Никого не было. Зверей не было, никого не было. Мышей тоже похоже, что не было. Продукты висят. Так что сейчас буду вставать, разжигать костер. Подогревать. Там у меня еще картошка с мясом. Стояла как в холодильнике, можно сказать. Так что сейчас будем завтракать. Ой. Ребята, суп холодец почти стал. Сейчас мы его разогреем быстренько. Быстренько подогреем.
друзья уже рябчики насвистывают. У меня всегда к сигналу охотника привязан манок. Ну так, просто понаблюдать. Откликается где-то вверху. Вот он. Ладно, ребят, рябчики, но мне нужно покушать. Один вообще над головой прям почти сел. Вот на этой елке. Интересно наблюдать за жизнью птиц. Не стрелять, а так вот, чисто понаблюдать. Я для этого манок себе и взял. Насвистывает. Рябчик. Ладно, сейчас перекусим. Надо сходить березовый сок снять. Там поди уже полная. Вот. И варить не пришлось утром. Проснулся, сразу подогрел. И все, и можно кушать. Насвистываю. У них где-то в апреле, в конце апреля, что ли, у них выводок. Или в начале мая. У них сейчас брачный период у рябчиков. Так, ну что, ребят, разобрал свой лагерь. Собрал, в общем, гамак. Упаковал рюкзак. В общем, сейчас идем снимать березовый сок и еще поставим одну бутылочку с вами. Так что отправляемся. О, полный котелок сока. Так что сейчас пробуем, сладкий, не сладкий. И будем еще одну бутылочку ставить. Так что ладно, снимаем его. Ребята, березовый сок сладкий. Так что по-любому надо еще одну бутылочку ставить. Что я вот так вот поставлю, и пускай она в нее капает. Так, ну вот так вот пойдет. Все. Вот поставили березовый сок, ну и придем через 2 дня, потому что 2 дня я работаю, вот через 2 дня придем.
Ну что, друзья мои, на этом мой поход подошел к концу. Отправляюсь домой. Так что не забываем подписываться на мой канал, ставить лайки и писать комментарии. Этим вы помогаете развитию моего канала. Так что с вами был канал Сибирский Бродяга и я его автор Новиков Евгений. До скорых встреч, друзья. Увидимся в следующем походе.